Вот за технику отвечает фокусы внимания. Так ли это или нет? Да. Как только фокус внимания смещается, то тут же ты летаешь не в ту сторону. Сразу же меняется техника. То есть фокус внимания – это техника. Если у тебя меняются фокусы внимания, мы повторяемся, это нормально, то у тебя сразу же включается психосоматика, да? Ты начинаешь, организм, то есть тело начинает себя спасать, типа на горе, расставлять ноги, правильно, в раскоряки делать, руки куда-то там, да? На самом деле тогда и не важно, какой склон. Да. Потому что мне сначала казалось, что там довольно круто. Да. А потом, когда фокус внимания держишь все-таки на правильной точке, то там уже не смотришь, по какой горе ты едешь. Ты смотришь направление, и ты применительно к этим целям, к остальному, уже начинаешь соображать, как тело собирать. Просто, когда человека я обучаю фокусом внимания, это я обучаю его мышлению человека, который действительно умеет и знает, как это. Понятно? Да. А попытка повторить что-то совне своими не теми фокусами внимания, это билиберда. Ты видела, как делает фокусник иллюзион руками? Да. Он делает, у него простая вещь, классная. Ему говорит, на, сделай. Человек раз, у него в руках билиберда. Это видно, билиберда, понимаешь, билиберда. Как это, билиберда, понимаешь смысл? Да. Поэтому фокусы внимания. Ясно? Фокусы внимания. Бывает, что человек фокусы внимания нарабатывает через какие-то многолетние каталово, но он не может, но он не знает, где фокусы внимания. Понятно? Просто потому, что он не знает, как вот делал, необдуманно. Вот, поэтому эффективно с фокусом внимания или нет? Ну, гораздо эффективнее. Гораздо эффективнее? Намного.